Assalomu alaykum azizlar, Navo telekanalining qadrli muxlislari, lotereya o'yinishqibozlari. Yangi yilning ilk jonli efiri biz uchun 2-yanvar sanasi soat 19:00 da. To'g'ridan-to'g'ri efirdamiz va Xalq bankining Omad Loto lotereyasi 36 dan 5 o'yinining 534-chi yutuqlar tirajini boshlashga tayyormiz. Первый эфир в 2021 году. Здравствуйте, дорогие друзья! С Новым годом, с новым счастьем! Мы надеемся, что у вас приподнятое настроение. И с радостью начинаем 534-й тираж, но первый в новом году. Сегодня открыл тираж, да? Джама 318 миллион 651 мин сомлик улит клара ойналады. Общая сумма призового фонда по всем категориям 318 миллионов 651 тысячи. Ундан ют фондынин биринчи категориясы, яни джекпот суммасы 194 миллион 862 миллион сомны ташкил этады. Сумма джекпота, то есть первая категория, 194 миллиона 862 тысячи. Торта сонны топкен ойн комбинациялары учен ют фондынин икинчи категориясы да 49 миллион 515 мин 600 сомлик пул ютклары бар. А также по третьей категории за три угаданных числа сумма призового фонда 74 миллиона 273 400 сум. Эндеса бугунге цель ойны кузаты баручи хай атрайсы ва азолар блан таныштырамыз. Председатель комиссии Таджибаев Ильхом Пулатович, начальник отдела Центрального аппарата Народного банка. Исламов Олимджон Ахмадович, Халкбанка Маркези аппаратады бош мутахасис, хайат азосы. А также Мухамедов Абдушкур Абдурахмонулы, главный специалист Центрального аппарата Народного банка, член комиссии. Бугунги ютхлар тиражи учун, ойн иштирокчилары томондан 29379 билет харит кылинган ва уларда 123789 ойн комбинациясы кайт этилганы маалум. Спасибо, Камола. Вся эта информация записана также на данном компакт-диске, который запечатан. Я передаю председателю комиссии. Мы подходим к лототрону, а перед тем, как запустить и пожелать удачи, я хотел напомнить, что в случае, если будет несколько выигрышных комбинаций, то сумма выигрыша разделится поровну среди всех выигравших. Удачи всем, поехали! Хаммаге омад ёр бўлсин, янги йил совғалар билан, ютуқлар билан бошлансин. Хаммаге яхши кайфият. Так мы и встретили Новый год, мы разыграли почти 3 миллиарда на Шаркона Лото, это было круто. Автомобиль совғалар ўз, машина. Первый шар, и это 29. Биринчи шар рақами 29. Есть второй шар, цифра 22. И кинчи шар, 22. Есть третий шар под номером 27. Учинчи шар, 27. Это третья категория. Четвертый шар, 18. Он сакис, тортень шар рақами, бойсов зекинчи категория. Ну и, наконец, шумно, но точно работает лототрон и выдает последний шар. Последняя цифра будет 26, по воле случая. Бешенчи джекпот на анықла беручи шар рақамы 26. Ана енді уларын такрорлеймыз, гена бір бар дықат қылей. 29, 22, 27, 18, 26. 29, 22, 27, 18, 26. Именно эти цифры кому-то принесут удачу, миллионы и много-много радости. Ха, шундай манашу, бугунге кетмекетлик бізде манашундай комбинация хосил болды. Қаны көрамыз, нечті юртташымызге бұл рақамлар омад келтірады бүгін. Натижалар тайор болгандан соң, албат уларны елон қыламыз. Пока обрабатывается информация и определяются результаты по 534-му тиражу Омад Лото, мы хотим еще раз вас поздравить с началом Нового года. Календарь поменяли. Белые страницы нашей жизни, где мы с огромной радостью
с энтузиазмом и с желанием можем написать там то, что нам подарило бы радости, ну, счастья, любви. Илхом, жиды чироли созлар. Гозал тарф. Хакикатта, бізге берілген яны бір имканият. Яны да бақтли болыш үчін, яны да оматли болыш үчін, яны да яқшы болыш үчін 365 күн тақдим етілді. Ва, мана шу күннің икінчісі бүгін, 2 январь санасы 2021 елінің. Уш бұ ел барчамызге хақиқатты, хайрли келішіні чын юректан сорап қоламыз. Іште, оқышты, фаолиятингізді омат, зафарлар, хамиша ел давамыда хамроқ болышыны юректан істаймыз, азилар. Қолы версі, Халық банкінің омат лату, шарқона лату, супер лату 6+1 ойларды хам, оз омадингізді сынашты давам етін, зеро ұш бұ ел жүді бір башқачы келеді деген яш ниетлер білін қаршы алдик. Ва, ажап емас, көпләп юртошларымыз, көпләп ғолыбларымыз қатары, сізлер хам, анышынды оматлилер сафыге бұ елді қошылсаңыз. Как созвучно, да? Омат, слово омат и омат лато, это как бы подсказка вам, куда идти для удачи. То есть все филиалы Народного банка, система Успейнет к вашим услугам. Идите, чувствуйте, сделайте тот самый важный шаг. Спасибо. И будьте среди всех, кого вот Камола называет Омат Лиля. Шындай. Демак, біз үшінші категория бойынша нешті комбинация ұтқылы деп топылгенде елон қылыштан бошлаймыз. 1408-ті ва қар бір комбинация 2751 сомдан пүлі ұттығыге еге болды. Количество выигрышных комбинаций по второй категории 40. Сумма выигрыша на одну комбинацию 1 237 890 сум. Ха. Бізді енді савал бар, бүгін джекпот соқыбы анықланды ма, йоқ ма, бар ма оша оматли юртошларымыздан? Показать крупным планом? Нет? Сказать? Нет? Как? Есть! Джекпот сорван, дорогие друзья, поздравляем! Есть победитель по первой категории! Қанда яқшы! Биті комбинация ұтқылайды топылды бар, 1 894 862 000 қолге кіртілер! Сурхандарға ұлайатты, Термос шақырдан Халық банкі филиалызды осылы трибилетлеріні рухаттан өткізген Азиз Юртошымыз. Табриклейміз. Одна выигрышная комбинация в сумме 194 миллиона 862 тысячи, почти 200 миллионов уходят куда? В Сурхандарийскую область, да, именно в Народном банке соотечественник наш сыграл. Отметил, и сегодня получаем, просто встречайте с Новым годом еще раз, как иначе. Байрамларге байрамлар улани апты, азизлар. Мана шундай, Халық банкыда хамиша яхшы кун болады. Біз есе кенге тираж үчін джекпот сумасын элан кыламыз. 123 789 000 сом деп белгиланды. 123 789 000, это на 535-й тираж лотереи Омат Лото. Как встретишь и как начнешь Новый год, так и как бы будет целый год. Так что начали с джекпота, пусть каждый день вам везет. Илхом, білесіз ба, мана шу сөзіңізге қосымша қыламын. Біз башлаушыларымыз, журналистларымыз ва біздің кайфиятымыз қандай болса, біздің күзетіп көплеп, миллионлап юрдошларымыздың кайфияты хам шүнге мослешады. Шүнің үчін башлаушылар зор кайфияттамы, демек біліңгі, мана шу кайфият бейвасты сізге, сізнің яқыларыңызге ва қалбіңізге хам көчады айзылар. Біз жүді қайжондамыз, білмадым неге бұндай кәтті қайжон. Тренируемся, что передавать эту энергию каждый раз. До эфира мы отправляем вам добра, много добра, позитива. Встречайте, принимайте и делитесь тоже со всеми, кто вас окружает, кого вы любите и цените. Вопрос председателю комиссии. Есть ли претензии по проведению розыгрыша? Итров Зарев. Кәтті рахмат, біз есі ғолыбларыны барча азиз юртошларымызды. Яны бір бар, яңгі ел білән. Юректан табриклеймыз. Харджи хата оматли ел келішіге тілейдошымыз. Ну, что добавить, мы вас любим, берегите себя, всего хорошего, пусть вам всегда сопутствует удача. До встречи. Саламат булейн.